32-летняя Екатерина Иванчикова, солистка группы «Аева», снялась к пикантной фотосессии. Певица предстала перед поклонниками без одежды и в целлофане. Поп-звезда поделилась откровенными кадрами. Катя стала участницей профессиональной фотосессии, для которой позировала практически обнаженной. Грудь девушки прикрывал короткий топ из целлофана. Сквозь него просвечивались соски исполнительницы. Она также надела тонкие брюки из того же материала. Все тело певицы было обмазано светлой глиной. Мокрые волосы Аева оказались убраны в прическу. Лишь несколько прядей томно обрамляли ее лицо. Девушка подвела глаза и сделала акцент на губах, окрасив их в нюдовый оттенок помады. Певица заявила, что выход нового альбома для нее по-настоящему волнительное событие. «Я так сильно чувствую перемены. Немного страшно и одновременно захватывает дух. Это прыжок в неизвестность. Хочу не терять эту легкость, которая всегда была со мной до этого», — рассказала Екатерина. Иванчикова поблагодарила всех за поддержку и призналась, что ее одолевает целая буря эмоций. «Мне сразу и грустно, и радостно. Кажется, что все плохо, и в то же время передо мной открытый космос. Нужно просто сделать шаг. Не могу понять, я снимаю с себя кожу или надеваю новую, мне больно или мне хорошо», — разоткровенничалась Аева. Звездные коллеги поддержали певицу и отметили, что она все делает правильно.